Сегодня в субботу начинаются дни старого города, они уже начались, и уже первые мероприятия на площадках идут, начиная с 12 часов. И сегодня официальное открытие вечером на площади, на Ратушной площади. В 8 вечера будет грандиозное открытие, представление, концерт Карла Оффа «Кармина Бурана». И в течение последующих 8 дней каждый день будет происходить огромное количество событий, порядка 100 событий каждый день, больше 600 событий за всю неделю. И я думаю, что каждый человек, который придет в старый город сегодня и ближайшую неделю, найдет для себя что-то интересное, уникальное и незабываемое. В этом году тематика Дней старого города – это башни и башни стены старого города. И наша задача была внести в каждую башню какую-то свою изюминку, какие-то свои интересные вещи. И каждая башня в течение этой недели живет своей историей. Порядка 21 башни задействовано в программе Дней старого города. И я думаю, что все, кто придут и с семьей, или с друзьями, или с родственниками, или с близкими в старый город, проведут хорошо время, приятной атмосфере старого города. Зачет пошли! Без вас! Играл морскую песню до этого. Давай вот так.